Придорожный сервис на территории Енисейской Сибири ждут улучшения. Соглашение о работах было подписано на Красноярском экономическом форуме. В 2019 году, к 400-летию Енисейской, Красноярскнефтепродукт занимался благоустройством в основном северного направления. На заправках появились уличные теплые туалеты, мини-кафе и дополнительное освещение. Сейчас аналогичное преображение ждет и дороги южного направления. В планах, кроме обустройства территории АЗС, обновление фирменного стиля. Все новшества согласованы с требованием автомобилистов края и гостей региона. Мы не гонимся за европейским, международным уровнем. Мы изучаем, что нужно нашим автомобилистам, что нужно населению, чтобы это наши торговые точки были в шаге доступности в том числе, чтобы и именно в этих торговых точках было все то, что необходимо. Поэтому мы стараемся учесть потребительский спрос и развивать эти услуги на основе местного потребительского спроса.